Приглашаю всех в мир цветных рисунков. И сегодня акварелью нарисуем такие розы. Думаете, акварелью рисовать сложно? Совсем нет. И сейчас я вам покажу, как. Перед началом рисования акварельными красками я подготовила лист акварельной бумаги, прикрепила его клейкой лентой к поверхности. Приготовила несколько кисточек. Вот у меня они разного размера. У меня есть акварельные краски, которые не профессиональные, но здесь достаточно много разных цветов. Тарелку, в которой я буду разводить краски, пигмент с водой, смешивать. И потом можно ее вытереть и продолжать использовать. Это вместо палитры. Конечно же, банку с водой. И несколько бумажных салфеток. Я буду промывать кисточки и затем промокать их, чтобы краска не осталась. Набираю. Вначале я смочу краски, конечно. Набираю оранжевую краску. Если вам видно. Вот она у меня в тарелочке. И теперь оранжевой краской покажу место расположения наших будущих роз. Я показываю серединку и вот так вот с водой просто хорошо прохожу, показываю лепестки. Все лепестки у розы закручиваются вокруг серединки, поэтому такими вот мазками я делаю мазки вокруг серединки. Это одна роза, уже можно себе представить, как она будет выглядеть. И вторая роза, опять серединка. И такими мазками прохожу вокруг серединки. И, наверное, нарисуем бутончик. Вот сюда он смотрит. Будет смотреть в эту сторону. И бутончик. И дадим немножко подсохнуть. Вот эта розочка у меня почти подсохла. Там серединка еще до сих пор влажная. Мы даже можем ее, чтобы ускорить процесс, немножко промокнуть. Теперь я беру более красную краску, не оранжевую, а действительно красную. И можно даже взять вот здесь, вот, если вам видно, вот этот цвет, тоже красный, но уже с таким малиновым оттенком. И начинаем работать со серединкой. Серединка будет самая темная. Потом проходим такие по кругу кисточкой. Оставляем много светлых пятен. Не прокрашиваем все. Как бы между лепестками все время оставляем более светлые места или белые непрокрашенные места. Нам поможет показать, какая красивая розочка. Все видели, как розы выглядят, или как у них красиво листы собираются к серединке. Сейчас можно немножко оранжевого еще добавить. Края будут более светлые и прозрачные. Вот у меня уже тут краски смешались. И оранжевая, и красная. Очень хорошо. Вот здесь вот побольше воды. И покажу прозрачность листов, которые уже на самом краю. Если немножко краска поплыла, ничего страшного, продолжайте работать. Или потому что лепестки у розы могут быть разные. И вам эта краска поможет показать более красивую розочку. И здесь вот попрозрачнее края сделаем. Теперь работаем с этой розочкой. Беру я опять красный цвет. Сейчас надо найти более сухое место. Беру красный цвет. Красный пигмент. Показываю серединку. Показываю серединку розы. Обхожу, оставляя непрокрашенные места. И сразу роза становится похожа на розу. Есть тоже, то есть там в глубине между лепестками будет более темная, а сюда ближе, где листок выходит уже со серединки, сердцевинки розы, становится более светлый. Сейчас я возьму потолще кисточку
Вот эта кисточка будет лучше, наверное, работать. Кисточкой можно любой работать. Можно и тонкой, и потолще. Ну что, эта розочка тоже готова. Сейчас мы оранжевый цвет сюда немножко добавим. И немножко добавим сюда. И теперь бутончик. Возьмем красный цвет. И с водой. Бутончик внизу потемнее. Вот я протираю. Убираю цвет. Убираю воду из кисточки. И развожу краску так, чтобы внизу она будет более темная. И теперь будем работать с листами, листьями, зелеными листьями. Берем зеленую краску, не прикасаясь к нашему рисунку. Надо взять потоньше кисточку, потому что я хочу сделать тонкие сначала линии, показать. Не прикасаюсь, но показываю, что бутончик сюда выходит на бутончик. Под розой тоже покажем зеленый. Здесь то же самое. Видите, я не прорисовываю уж так прям листы-листы. Но показываю, что тут есть зелень. Акварель, она должна быть легкой, воздушной, без деталей. Ну что, очень красиво получается. Можно взять немножко темно-красного цвета, чуть-чуть обозначить листы, которые завернулись на бутончики. Внизу потемнее, и здесь вот граница прошла. Бутончик получился отлично. Что мы можем? Мы можем немножко подправить на этой розе. Показать, где туда листы уходят в глубину между листьев. Там потемнее немножко. Здесь то же самое. Видите, как вода помогает, разводит краску и сразу становится более похоже на розовые листы, листы розы. Ну что, и дадим высохнуть. Но прежде всего я сейчас возьму более темно-зеленую краску. Она такая уже очень зеленушная. Надо ее сделать более естественную, травную. Для этого я добавляю коричневый цвет. И сюда немножко сейчас вот добавлю темный цвет. Под розой будет тень падать. Более затемненное место. Листы будут более темные. Ну, а теперь уже дадим высохнуть. Наш рисунок подсыхает. Я сейчас немножко помогу. Я беру салфетку и чуть-чуть вот промокну. Здесь этот зеленый листок. И никак я не дождусь, чтобы он высох. Сейчас возьму немножко зеленый цвет, зеленый пигмент и чуть помогу ему. И надеюсь, он подсохнет быстрее.
Ну, так как оно продолжает, все у нас продолжает сохнуть, я беру широкую кисточку, набираю яркий-яркий желтый цвет. И сейчас дам желтый-желтый тон, все вокруг, не прикасаясь к нашим розам. Это очень важно, иначе краска может смешаться с фоном. И даю вот так вот вокруг желтый фон, просто такое пятно желтое. И разбавляю водой так, чтобы дальше, чем ближе к розам, это более желтый яркий цвет, а дальше он становится более светлым, водянистым. И я так вот краску разгоняю. С желтым фоном сразу наша картина становится красивее. И даю подсохнуть. Я протру тарелочку, и сейчас мы делаем завершение нашего рисунка. Беру зеленую краску, немножко промокну ее, чтобы у меня было не очень много жидкости, и потом я такие делаю встряхивания на наш рисунок со всех сторон. Сейчас обойду. Ну, зеленая она такая получилась, не яркая. Сейчас мы возьмем синюю. Синий пигмент. Стряхнем такие синие капельки. После этого возьмем темно-красные. Вот этот вот темно-красный цвет. Стряхнем. Вот и получился у нас такой рисунок. Можно сделать открытку с другой стороны, взять и написать: «Поздравляю с днем рождения!» Или с 8 марта. Или с любым другим праздником. И рисунок у нас получился очень легкий, очень акварельный, без особо трудных деталей. Так что рисовать акварелью совсем не сложно. И акварель может получиться очень красивой. Но если у вас не получилось или у вас какие-то затруднения, откройте опять это видео и попробуйте нарисовать снова. И у вас все получится. Успехов! Приходите в гости! Рисовать легко и весело, когда вместе!